Самаре стартовали обсуждения дизайн-проектов общественных территорий претендентов на преображение в 2024 году, пишет телеграм-канал администрации Красноглинского района. В январе проходил первый этап отбора общественных территорий, которые будут включены в список для участия в рейтинговом голосовании за приоритетное благоустройство в следующем году. На обсуждение было вынесено 88 пространств. От жителей поступило более 80 тысяч предложений. Таким образом, был сформирован топ-20 территорий претендентов. Общественные обсуждения по дизайн-проектам территорий, которые размещаются в Красноглинском районе, пройдут 2 марта в 15:00 в актовом зале районной администрации. Администрация Кировского района напоминает в своем телеграм-канале о правилах использования газа в быту. Если вы почувствовали запах газа в квартире, необходимо отключить плиту, перекрыть подачу газа и распахнуть окна. После этого вывести всех из квартиры, отключить электричество в щитке и выдернуть телефонный шнур из розетки. Затем нужно самому выйти из квартиры, плотно закрыв дверь, вызвать аварийную газовую службу и дождаться ее на улице. Не зажигайте огонь и не курите, не используйте электроприборы. Если вы почувствовали запах газа, звоните по телефонам 04, 104 или 112. 9-й театральный фестиваль «Людей с ограниченными возможностями созвездия» состоится 20 апреля 2023 года. Идет прием заявок. По положению, в фестивале принимают участие любительские театральные коллективы инвалидов без ограничения в возрасте и профиля заболевания, сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки администрации Самары.